На Ямале стартовало финальное голосование за лучшие экологические инициативы в проект «Чистый Ямал». С 29 по 31 марта губкинцев приглашают проголосовать за понравившиеся проекты на портале «Живем на севере». Всего их 19 – это озеленение, субботники, эко-уроки и другие. Идеи победителей реализуют уже в этом году. В период проведения голосования каждый житель сможет принять участие в мгновенной викторине с ценными подарками. Напомним, проект «Чистый Ямал» реализуется в округе в рамках года экологии, который объявил губернатор округа Дмитрий Артюхов.